Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб. Мы играем в игру под названием «Последний из нас» или «Один из нас», «The Last of Us». Первая часть, итак, «Один из нас», клацунькаем, и у нас называется «Глава рандеву». Продолжи. Я не знаю, что там за рандеву, но я помню, что я остановился на моменте, когда я в подвал спускался, за мной полицаи гнались, прошел Капитолий. Это я запомнил все. Пару жетончиков там собрал. В общем, все хорошо. Продвигаемся по игре, но на самом деле надо будет посмотреть уже по интернету, сколько мне там до конца, чтобы я как-то немножко ориентировался, потому что я плюс-минус по 40 минут записываю. Ну, кто активный на канале и так, в принципе, все знает. Итак, смотрим. О! Гляньте, А, Y, У, Y, А. Парк Стрит. Бостонский муниципальный транспорт. Ну, типа метро, что ли? Парк Стрит называется. Метро. МТС. Так, а где наша девчуля? Что-то там высматривает. Ничего себе, как стало. На куст залезла. Это как понимать? Смотри, там лестница. Пригнись. Лестница вон там вообще-то. Алло. Ну ладно, это, видимо, баг. Багулина. Идем вниз. Да. Ай, цвай, полицай. Шип, 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 бежим, бежим, бежим. Вряд ли я тут... Зря я тут приостановил. А, тихо, тихо, не зря. Ну, что он ничего не собирает? Бери, бери, бери. Я же всякий случай обыскиваю все дела, щечки свои. О, маску одел. Ого, респираторную. Офигеть. Так, у меня раз... Ой-ой-ой-ой. А у нее есть маска? Пригнись. А, ей пофиг. У нее уже иммунитет на грибы. Солдат ходит. Оставайтесь на месте. Ждите подкрепления. Вас понял. Держу позицию. Как ты можешь дышать этой дрянью? Я тебе не врала. Ну вот-вот. Заметил? Нет, здесь никого. Так. Я не видел. Начнем с того, зачешите район, что нам надо попробовать. Щелкуны могут прийти в любой момент. Так, бэкспейс. Не могу я, у меня одна заточечка, но задушить можно. Или снять маску, сбросить. Вариант. Как он мой ствол не видит? Блин, он сейчас меня там заметит. Блин. Их тут нет. Лол. Кто здесь? Боже. Второго сейчас также смогу словить. Идет, 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 идет. Второго тоже сейчас так же схвачу. Мощный удар. F. На F-ку нажимаю, поняли? Он так вырубает. Вырубейшин им устраивает. Какие-то тут фильмы сейчас идут. Across Sky Atlas. Щелкуны могут в любой момент нас тут, короче, настичь. Настичь. Так, ну да, мы в подземке, ребята. Мы в подземке. Тут надо, конечно, поискать. Может, тут что-то можно хорошего и найти. Пойду в этот уголок. Внутрь не пустят. Конечно же. Здесь. О, видите? Не зря я сюда. Пигулки. Кстати. Кстати, кстати, кстати. Какой у меня сейчас язык стоит? English. English back. А что тут Y? Вот. Это я хотел 65. Вот это я хотел себе здоровье увеличить. Осталось 15. Единичку на здоровье. Это я. Колебания, мастер заточек. 75 стоит мастер заточек. Немного. То есть, вернее, немного, не мало. 75, но как бы для нашего сбора, по количеству, как мы находим их, довольно-таки дофига. Так, можем ли мы сюда внутрь зайти? Тут верняк что-то будет валяться. Какой-то ресурсик. Какая-нибудь записка. Жетоны здесь уже вряд ли будут прям наших... Товарищи, я не спешу туда еще идти.
Хотелось тут немного еще осмотреться. Есть подозрение, что здесь можно что-то еще найти. Так, 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 так. Ага, здесь тупик, так же. А, или... Подожди, ну да, здесь как-то... Прутья такие, короче. Ну, чисто теоретически, если бы я бы тут находился, я бы тут залез бы. Не с трудностью, мне кажется, я бы тут залез. Но наши герои... Нашим героям это не под силу. Значит, единственный путь, как мы можем дальше продвигаться, мы можем идти это через этот поезд. Это единственный. Все вроде я бы смотрел. Ну, либо справа от поезда можно было пройти пешочком. Там что-то двигается. Ничего не видно в темноте. Тот поезд мною не осмотрен. Блин, болото такое большое. Я даже не знаю, надо как-то поезд тоже осмотреть, получается. Слушай, я не умею плавать. Что-нибудь придумаем. Надо найти какую-то лодку, чтобы ее перенести сюда. Чтобы ее перевести как-то на лодке, на... Какой-то плот нужно какой-то соорудить, да? Какой-то плот, чтобы ее туда как-то переместить, нашу малыху. Либо как-то... А как можно уровень воды понизить? Я не представляю. Тут мы внутрь не зайдем. Какие-то кузнечики стрекочут. Верни подвод буква С. Ух ты. Вау. Такое я умею. Как вынырнуть? Прикольно. А где мой кислород? А, вижу, синенькая полоска. Элли. Элли-белли. Ого, светофор как низко, как глубоко. Нормально. На шифте быстрее могу плыть. Кто там? Кто там? Что-то лежит. Записка. Что пишут? Смотри-ка, еще работает. Фонарик себе намутила. Так, читаем. Твой контакт, парень по имени Фрэнк. Это мой торговый партнер из внешней зоны. Ему нужно в КЗ Бостон. Встретишь его у выхода из метро Парк-стрит прямо у Капитолия. Вот его виза и бумаги для КЗ. Классно сделан, да? Осторожней там внизу. Мои люди видели много щелкунов и сталкеров. Где его черти носят? 2 часа тут торчу, как идиот. А в тени вроде бы что-то двигалось. В тени. Такое чувство, что сталкеры вот-вот нападут. Ладно, думаю, даю ему еще 15 минут. А потом уходю. Уходю. Почерк довольно-таки неплохой, я бы сказал. Так. Что дальше? Тут раз. Тут два. Ну, иду сюда, посмотрю вначале. Только не оставляй меня тут. Если тут нырнуть. Не оставляю. Хочу посмотреть, что здесь. Не высовывайся. Пигулка? Есть. Чё? Она не умеет даже ни нырять, ничего не умеет. Ух ты, это же... Это же символ этих наших пацанов-повстанцев. Ну, как наших. Не совсем-то они и наши, но вы поняли. Так, сюда я нырну, мы с вами поняли до чего, чтобы забрать же эту вот пигулку опытную. Опытную пигулку. Что там внизу? Просто тупик. Вон лестница. Там лестница. Может пригодиться.
Но он не может ее до нее достать, что ли? И наверх запрыгнуть не может. А по этим как-то коробкам. Ну, я вижу ее, но он до нее не допрыгнет. Как нырнуть, что ли, надо? Прикольно, что фонарик под водой работает, ничего ему нет. Опа, блин, какой-то поддон. Оттолкать. Окей. Пускай. Не понял. Ну разве что Элли подтянуть, чтобы она сбросила. Получается, мне надо малыху свою просить, чтобы она на этом поддоне поплыла. Она же сейчас инфаркт получит. Инфаркт миокарда. Это шлем. Элли. Смотри, что тебе притарабанил. Залезай. Чего? Элли. Ладно, ладно. О, видишь, малышку держит. Осторожней. Спокойно. Спокойнее, спокойнее. Лестницу скидывал. Но я тут должен еще изучить. Ты занимайся лестницей. О, хорош. Хорошо сработало. А я тут посмотрю кое-что еще под водичкой. Это дела подводные. Ну, может ли здесь что-то быть? Да все что угодно. Может и быть какие-то пигулки. Какой-то проходик секретный. Ну, вроде бы нет, ладно. Ой-ой-ой. Красненькая уже была полоска. Реально. Я подводный человечек. Я подводная амфибия, я. Так, наверх. Сработали, дай пятюню. Пять дай, говорю. Не дает. Сейчас вот проверю быстренько. Какие-то шкафчики. И все пустые. Либо какие-то ножницы там были, скотчик. Скотчик. Так, и теперь скорее отсюда. Тоже знаки наших пацанов. Повстанцев, да? Или может это не знак их? Так, там все в грибах этих вонючих. В подвале. О, улица. Ура, свобода. А, водичку не. Слушай, насчет Тесс. Не знаю, что... Уговор будет такой. Так. Ни слова про Тесс. Угу. Никогда. Мы с тобой вообще не обсуждаем прошлое. Второе. Ты никому не говоришь о своей особенности. Так. Решат, что ты спятила или убьют. И ты будешь делать, что я скажу. И когда скажу. Вот так вот, папочка. Ясно? Командор. Да. Повтори. Ты тут главный. Вот так. То-то. К северу отсюда... Есть город. Один человек там кое-чем не обязан. Может, найдет нам машину. Окей. Ну все, пошли. Значки такие. Интересно бы рассмотреть поближе, но... Там биохазар, там что-то такое. Радиация была, да? Это... Нам туда. Вниз. Срежем. Так быстрее. Так. Ух ты. Срезальщики. Что? Ничего, просто я раньше никогда такого не видела.
Леса, что ли? Да. Не бывало в лесу. Тут классно. Ой, аист какой-то был, улетел. Почему ты не вернул меня к Марлин? Она обратилась к нам, потому что сама бы не справилась. Может, ей уже лучше? Не хочу тебя расстраивать, но шансы выжить у твоих друзей с самого начала были невелики. Кролики. Она сильнее, чем ты думаешь. Без разницы. Сомневаюсь, что смогу доставить тебя обратно в город живой. Так что пути назад нет, хотя меня это совсем не радует. Как... Опа! Это же инструмент был на модификацию. Гаечный ключ появился. Или нет? Привет. Здорово, здорово. Так, а тут тоже таких всяких тропинок полным-полно, я не знаю. Как, я хотел бы, конечно, понаходить все. Там уже, судя по всему, выход с этого леса. Я бы хотел бы понаходить все возможные тут места с детальками. Тут еще, кажется, можно было погулять. Какие-то цветы. Тут много цветов. Тут по-любому где-то можно сорвать цветок, чтобы... Ну, здесь тупик, какая-то трасса. Entering Lincoln... Lincoln Street 12. Так пишется Линкольн? Ну, просто лес, в котором, в принципе, больше, наверное, ничего нельзя найти. Но я не удивлюсь, если я что-то упустил. Что-то не досмотрел. Вполне вероятно. Ну, красиво. Тут в этой игре я хочу заметить еще раз. Наверное, каждый раз говорю, повторяюсь в каждой серии. Локации тут карта красиво сделана. Хоть она и как бы линейная игра, но разнообразно все, не повторяющееся, не наскучивает играть, в общем. Нравится. Скорее всего, тут мы это не сможем снять. Правильно понимаю? Придется обходить. Вопрос. Почему, как всегда. Почему бы не стрельнуть в замок и не снять цепь? Перелезем? Нет, наверху колючка. Придется искать обход. Подожди, это не ребята с сериала тут, короче, обитают? Может, мы дошли до момента... Ого, смотри! Цикады. В смысле, настоящие. Цикады. Да, вижу. Прости, я что-то забылась. Какие-то мотыльки. Какие-то, да? Это цикады они называются. Светящиеся, сверчки типа. Ну, тут наверх, наверное, можно запрыгнуть. Зачем? Полезу, осмотрюсь. Опа, труба. Можно заменить. Мне кажется, труба лучше деревяхи. Модифицированное холодное оружие позволяет убивать врагов с одного удара, однако его прочность ограничена. Доступна инструкция модификации холодного оружия. Табуляция. Модификация. Требование: крепеж, лезвие, холодное оружие. И мы сделаем из трубы, имея скотч, имея холодное лезвие и холодное оружие, мы можем сделать вот такую фигню, которая... интересно. А обучение? Что по обучению? Тут что там, кирпичи? Слух щелкунов, скрытность щелкунов. О, вот это вот. Получил любое холодное оружие, вы можете убить им противника с одного удара. Это улучшение обладает ограниченным запасом прочности, еще прав его оружие происходит в негодность. Если захватить ничего не подозревавшего или обездвиженного противника, его можно будет использовать его в качестве живого щита. Нажав на F режим скрытности. Вы бесшумно в открытом бою прикончить его агрессивным приемом. Примещаясь с помощью, а потом он выберется на свободу. Держа противника в захвате, вы можете целиться и стрелять из пистолета. Пока вы прикрываетесь таким живым щитом, противник, люди... Прикончите его так, огонь, опасаясь зацепить. Не буду вести вам огонь, опасаясь
зацепить своего. Понятно, но этим не пользуюсь пока что. Ну, я сюда не зря залез, это точно. Нести. Хм. Но тут проблема в том, что... А, подожди, наверх куда-то я? Что я пока не понял... Ага, сюда. Ну, положить, например, и чё? Нести, положить можно куда угодно. То есть мне нужно упереть туда, на этот гараж, и потом с гаража поднять ее наверх и поставить, сделать себе мостик. Все супер просто и понятно. Вот так. Головоломка прям мощная. Главное, что в этом деле? Чтобы доска была не сырая. Ой, там огонь какой-то горит прям. Положить. И аккуратно. Это лучше. И довольно выглядит прочно. И чем-то я присел, не знаю. Если я прошел, то девочка, осмотр. Это ты, Билл? Билл? Где вы встречались? А? Когда как? Ты здесь раньше не бывал. Я знаю, что он тут живет, но... Да, я здесь не бывал. Думаешь, он там, где дым? Будем надеяться. Что ж, тогда пошли, узнаем. Пошли. Ну, пошли. Машина такая. Ну, тут надо поискать немножко что-то. Запчасти полюбасы будут. Тряпочки, у ножницы. О! Не зря подошел. Контейнеры. Я стараюсь внимательно, видите, так прохожу. Собирать все подряд. В любом случае, где-то да используем потом. Так, замок не сломаешь. Придется в обход. Тут прям тут как будто бы кто-то на каком-то транспорте все это пробронячил. Спускайся. Смотри под ноги, не свались. Там мяч какой-то. Цикады? Звук. Замена, нет. Мне кажется, что тут есть цикады где-то. Прислушаться. Я прав. Стой тут. Он внутри прям, в этом гараже. Мяукает. Спит, типа. Ну, минус за точка, что могу сказать вам, ребят. Как бы вот так. Минус за точка. И нету скотча. Фигово. А как с тем бороться? Ну, я могу сломика холодным оружием, типа, бецнуть. Что? Там наверх еще подняться. Сюда. Ну, можно было поглядеть еще сверху. Какой-то подъемчик был подозрительный. Давайте посмотрю. Не, ну можно попробовать ее протестировать. 7? Не, не 7. 8? А как холодное оружие? Двойка. Тройка, четверка. Я забыл. А, на F нажимаешь. Все, вспомнил.
Давайте попробуем. Протестим на F. А ну-ка, нажму F. Ты что-то кричишь-то? Пойду поближе. Посмотрю, будет ли у меня какая-то функция задушить. Твою мать. Он там что-то вон держит внизу, бутылка. Требуется заточка. Значит, на F просто. Подожди, мы сняли только что лезвие с своего этого. Мы сняли только что лезвие своего инструмента. Ну да, за счет этого ножа. Ну вырубили мы эту тварюку. Ну типа, а мог и не трогать ее вообще. Типа смысла не было по сути. Она тут ничего ценного не таит, не скрывает. Ничего не залутали полезного. Ни патронов, ничего. То есть такое себе, чисто так пофаниться кикну. Подожди, мы же тут лазили. Мячик вон. О! Патроны. Болтики какие-то. Еще. Вот здесь не зря мы зашли. Скотч внизу, но он не подбирается. Это что такое? Записка. Приблизить. Читать. Не забыть собрать больше таблеток. Попытаться раздобыть патроны. До следующей встречи с Тесс всего 3 недели. Ё-моё, почти месяц. Кто-то себе задачи таким образом нарисовал. А что там? Высматриваем в окошке. Так, тут пусто, как говоришь. Что? О, наконец-то изолента. Ножницы. Так и что? И зачем? О, болты. Мы сюда зарезаем. О, пигулки. О, это круто. То есть мы сюда пробежались. Кружочек намотали. Ничего не понимаю. А, черт. Закрыто с другой стороны. Подсади меня. Там... плохая идея. Ну, а как иначе? Я-то тебя подсадить не могу. Он не хочет рисковать. Прыгать он тоже не хочет туда. Нужно искать другое решение какое-то. О, подожди, какая дверь. Одна заточка нужна целая, чтобы такой край поняли. То есть заточка либо в горло, либо дверь можно заточкой. Класс. Что у меня здесь? Тряпки. Спирт. Таблетки. Ого, 15. Вот это того стоило. Патроны к ружью. Болты. Нет места на ствол. А чё так мало? Максимум можно взять. Не понял. Ладно. Вставай. Только открой и все. Ладно. Тише. Ой, блин. Попробуем. Ого. Ну вот. Та-дам. Молодец. Замена. Спасибо. Да у меня неплохая и моя труба. Один в один, в принципе, заменять. Что нет смысла? Допустим, твой приятель даст нам машину. А потом? Потом мы поедем к Томе. Это который твой брат? Гораздо важнее, что он был с цикадами. Знает, где их искать. А, ясно. Только он далеко, поэтому нам нужна машина.
Пароль нигде, по-моему, не светился. Значит, мы где-то найдем записку с паролем. Сейф. Машина, пикапчик. Где-то будет, ребят... Опа. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Приказ о принятии эвакуации. Так. Так, 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 так. Тут как-то такая локация кажется огромной. Проход туда уж длинный, длинный. И здесь не до конца все рассмотрел. И здесь большой проход. Надо смотреть. Машины. Но эти каждую, если машину вскрывать, полюбасу что-то в машине должно быть какие-то. Снеки, 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 снеки. Так, в этом доме где-то должен быть пароль. О, видите, какой болтов, всяких запчастей. Это все нам на модификации пойдет. Все это надо было забрать, что успешно и провернул. Тут какая-то была мочилова. Где-то здесь может быть, ребята, пароль. Либо на стенках написан. О, посмотри. А ты что, играла? Нет. Но одна подружка мне про эту игру рассказывала. Там вроде была героиня по имени Angel Knives. И... ну, короче, типа она сначала била ногой в живот, а потом отрывала башку. Никогда не любил такие игры. А я бы попробовала. Angel Knights. Angel, типа Angels. Knights, типа ангелы ночи. Что-то в этом роде, да? О, ножницы. Нет места на тряпке. Ох. Вы поняли, ребят? На тряпке нет места. Значит, надо что-то изготовить. Ну, тут пароля никакого нигде не вижу. Сейф вряд ли будет. Пароль от сейфа прям указан где-то на каком-то стенде. Это супер маловероятно. Так, а что тут за лестница была такая подозрительная? Давайте ее изучим. Второй этаж. Ага, ресурсы. Так, сейф где-то... ага, вон там сейф. С этой стороны мы продолжаем наши поиски. Мне кажется, мы тут рано или поздно упремся. Какой-то тупик. Что, собственно, и произошло. Тут ничего нет. Ну, может быть, чуть дальше будет пароль. А где-то отсюда мы пришли, нет? Что запутался? Где я был, где я не был? Ага, тут, что ли, я пришел отсюда? Какой-то фонтанчик. Беседка. А где гномы? Посмотри! Гномы! Да, гномы. У меня была с ними целая книжка. В детстве я их просто обожала. Все, наверное, их любили в детстве. А феечек нет, они стрёмные. Стрёмные? Говорит, феечки стрёмные. Не любят. О, цветок, видите, моргает. Это дает мне пиголки. Плюс 10, о, видите? Видите, она как бы тут, я тут бегаю, как бы без толку, да, но... ой. Я их могу пинать. Я поразбивал всех гномов. Я жестокий человечек. И чё я сюда припёрся? Был я тут, не был? Даже не знаю, как я сюда попал. Как-то зарулил, куда-то вышел. Куда я сейчас выйду? Вообще не понял. Я что-то сбился вообще с пути. Где я был, где я не был? Где сейф? А, тут я вышел. Все, понял. Тут мы вышли с тобою, Элли. И пошли куда-то, значит, вот сюда. Вот тут сейф. Так я не понял пока что, где от него пароль. Может, чуть дальше будет?
всем жителям округа Амхёрст и прилегающих районов предписывается прибыть на сборный пункт эвакуации. Кое-кого предупредили об эпидемии, пока было не поздно. Большинство нет. Ну, самых типа чиновников всяких. Бывает похуже. Чинуш. Показалось? Уведомление о принудительной эвакуации, следуя по маршруту эвакуации, выполняйте указания представителей власти. Надпись «Маршрут эвакуации» внутри стрелки влево. Сборный пункт для эвакуируемых органов по адресу старшей школы Линкольна. Так, тут тупичок, тут поворот. Явно дело рук Билла. А кто еще живет в городе? По-моему, он один. You will be shot. Ты будешь... А, стреляю. You will be shot. Ты будешь типа подстрелен. Стреляй на продолжение. Что можно еще перевести? Записка. Может, пароль тут будет какой-то? О, есть. Читать. Боб, без этого сейфа никуда не поеду. Помоги Брэду погрузить его на пикап, если понадобится открыть код 5-17-21. 5-17-21. 5-17-21. Бежим, пока не забыл. 5-17-21. 5-17-21. 5-17-21. 5-17-21. Вот он. 5-17-21. Давайте наклацывать. Так, 5-17-21. Опа. И что там внутри? 50, там что-то какие-то детали, пигулок 50. И нет места на дробарь. Мне надо как-то найти модификационный, ну, этот верстак, короче, надо найти. И сделать себе, расширить... У меня как-то чересчур много патронов. Зачем мне тут так на этом этапе так много реально патронов? Может, где-то верстак пропустил, правда? Так, тут какой-то есть. О, это комикс. Ух ты, ну и местечко. Магазин комиксов? Какие-то, или пластинок музыкальных. Пластинки, наверное, музыкальные. На, вон. Опа. Нет места на тряпке. Ох, дожился. Ладно, коктейльчик еще один. Угу, ножницы. Изолента у меня вообще супер дефицитная. Изолента. Изолента это супер большой дефицит. Ножницы. Опять нет места. О, изолента. Так. А это что-то кусочек бумаги. Написано. Эти чертовы зараженные подобрались почти к самой церкви. Похоже, придется еще раз проверить все слабые места периметра. Угу. Прямо к церкви подобрались. Так, где-то у меня было мало места. Ножницы. Заточку, либо сделать себе на эту штуку. 1-1 плюс... А что мне выгоднее иметь? Вот это? Холодное оружие. Трое ножниц. А сколько оно израсходует? Крепеж лезвия. Крепеж лезвия, а тут... Но... Тоже крепеж лезвия, но этим можно... Еще и двери можно открыть вообще-то. Вот в чем прикол. Этим не только можно коцнуть с одного удара. Тем можно сразу типа как бы ударить и продолжить атаку. Да.
А этим как бы ты должен подкрасться. Опа, отрычи. Даже так. Как-то грустно. В смысле? Ну, здесь только музыки, и никто ее не слушает. Чтобы крикуны сбежались, что ли? Ах ты! Бля, растяжка, видели? Обалдеть! Это еще что за фигня? Растяжка. Это Билл ловушек наставил. Твой друг параноик, да? Мягко говоря. Фига себе. Нафига он нам сдался? Он помогал нам заниматься контрабандой. Знает, где что достать. Мусорка осталось не взорваться на пути к нему. Просто смотри, куда идешь. Блин, реально, я сейчас могу как-то напороться на какую-то растяжечку. Используем? Ну давай. Тумочку сделаешь. Вот так. Класс. Вернее, где-то растяжка на входе. Шикарно. Ого! Не показалось ли там полно хлама было на полу? А, две, а, три. Тряпочка. То есть за точку мы себя отобьем. Нет места на пистоль. Надо пистолетом, походу, монстра... Опа, таблеточки эти вот. Слушайте, мы там не накопили себе уже на... Какой-то модификатор хороший. Дальность слуха. Колебание оружия. Максимальное здоровье соточку увеличить. Не буду тогда я так. Так сделаю. Колебания оружия качну. Не, опять не хватает. Так, здесь мы... Подожди, там что-то показалось? Показалось. Я так аккуратненько высматриваю, блин, чтобы где-то не подорваться. Эти заточки, очень странно, что они все одноразовые. Типа, не вижу проблемы, еще раз есть. Опа, смотри. Как надо кого-то заманить? Ну то стрельнуть надо. О, подожди, стрелы. Билл стреляет из лука? Наверняка. Сколько стрелять, это четко. Лестница. Подняться наверх. Иди сюда. Переберемся на ту сторону. Подожди, нам не надо туда спешить перебираться. Не, это да, это поставить не проблема. Какого пистолета у меня было очень много? Сменить оружие. Сменить. Вот этого, наверное. Хочу там проверить, там что-то хочу. Хочу бацнуть туда, стрельнуть. Пойду подальше. А ну, кыш. О, и патроны пополнил. Которые... Ну, там, может быть, три было, я два, один по себе. Ты расчистил. А зачем? Нашумел. Куда я выйду? Что-то я don't understand. Два проулка было. Don't understand. Но я теперь understand, но я понял, что я патрон просто так выпустил и времечко потерял. Ладно, значит тут только единственный путь сюда. Я думал, там может какая-то нычка в другой сквере. Надо уже серию завершать. Чтобы добраться до какого-то логического, да, места. Нести. Может спуститься, поглядеть, что внизу. На этой стороне, да, давай попробуем. Подмышки зачесались. Вспотел, что ли, чуть-чуть. Так, здесь что? Тут могут быть какие-то припасы. Наверх вон можно зайти и залезть. Смешно так, иногда что-то себе комментирует, играется. Пэм-пэм-пэм-пэм. Так, ляньте-ка, а что-что-что произошло? Что-что произошло? А почему я не заметил вот этого сразу? Смотри-ка. Лук.
Отдай его мне. Я неплохо стреляю. Давай стрелять буду все-таки я. Я могла бы защищаться, прикрывать тебя. И не мечтай. Escape, доступно обучение. Пролог что-то? Аптечка. И где оно? Я классно, бой. Перемещение, прятки, слух. Стрельба из лука. Чтобы прицелиться из лука, удерживайте правую кнопку мышки, чтобы натянуть тетиву. Удерживайте прицел... Подожди. Чтобы прицелиться из лука, удерживайте правую кнопку мышки. Чтобы натянуть тетиву, удерживайте левую кнопку мышки. Для выстрела отпустите кнопку. Отпустите кнопку. Стрелы наносят большой урон, если натянуть тетиву до предела. Понял. А теперь у меня вопрос следующего плана. Как лук выбирать? Это у нас... Это оружие... Ага. О-о-о-о. Прикольно. Я хочу протестить лук. Оно, по идее, бесшумное. Стрелы много... Чисто, залезай. Чисто теоретически стрелы могли бы быть многоразовыми. Но, походу, это будет не так. Чтобы я еще стрелы мог использовать миллиард раз. Ага, сейчас. Значит, я вижу, что здесь у меня не хватает доски. Доска внизу. Значит, нам надо ее отсюда забрать, подставить. Забрать, нести сюда, приложить, нести. Поставить сюда, вытянуть наверх, поставить туда. Переложить. Наверх закарабкаться. Я хочу кого-то с лука пульнуть. Так, взять доску. Такие типа задачи, как бы... Как бы простые такие, детские, да, как бы любой бы такой разгадал, куда, что и как. Есть же игры, где это намного сложнее головоломки. Попробую допереть, вспомнить, где там что было, куда дать, что применить. Все пока что предельно просто. Ой, крикун. Сколько? Ну давайте захитшотим его. Не попал. С двух стрел. Мочканулась. Но мне одна всего осталась. Теперь и... слушай. Предупреждаю заранее. Билл не самый адекватный человек. Билл. Поэтому, когда мы его найдем, говорить буду я. Поняла? Поняла. Я хочу попробовать стрелы. Это очень важно, он не любит чужаков. Ладно. Билл нормальный мужик. Просто ему нужно время, чтобы к тебе привыкнуть, вот и все. Стрелы при попадании ломаются, видите? Вот как они реализовали это. То есть ты хочешь, не хочешь, там, а стрелы все равно будут испорчены после первого попадания. Что было? Нет места. А птичка нам пока что ни к чему. Бил. Куда же ты ушел? Долго я тут по этому городу бегал сегодня, да? Такого прям супер какого-то контента не было, но тем не менее. Что-то да... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо отойти. А чем будем стрелять? Тем, что... Чего у меня много. Этого пистолета у меня много. Так, уйди, уйди чуть-чуть. Вот-вот. Я же говорил. Она может присесть. Сейчас сбегутся еще. Крикунчики. Кто-то стучит, что ли? Слышал? Да. Такое ощущение, как будто бум-бум-бум. Ой, растяжка. Можно присесть, пройти под протяжку. А, тут их две, понял.
не получится. Наверх тоже не удастся. Ты туда собираешься? Может, найду что полезное. Найдешь мой труп, когда я помру от инфаркта. Не волнуйся. Все под контролем. Смешно. Тут какой-то ребенок был или человек? Пум-пум-пум. Ничего не слышно. Нет места на тряпке. Потому что я аккуратненько играю. Да он стучал. Получается, то он стучал. Господи, я чуть в штаны не наложила. Ну, раз уж мы здесь, давай осмотримся. Фух. Так, Рэйчел, солдаты обходят дома и загоняют всех в автобус и кричат уже в соседнем доме. Скоро придут и за мной. Я пытался звонить, пытался ждать. Кто идет за мной? Думаешь, они нашлись? А я откуда знаю? Я надеюсь, что да. Я пытался звонить, пытался ждать. Я не знаю, что делать, но времени уже нет. Я собрал почти все наши вещи. Буду ждать тебя в карантинной зоне. Постарайся меня найти. До скорой встречи. Эзра какая-то. Это она сзади меня топталась, и я очканул. Нет места. О, теперь, по-моему, у меня будет место. Все равно скотча нет. Появится скотч, сможем что-то крафтить. Вот и все. О, пигулки. То есть мы сюда зашли, по сути, за пигулками, чтобы мочкнуть одно рыло вынести. Вот это вот. Че бы тут сидел бы себе, плазму включил, смотрел бы себе что-нибудь. Че он тут разбуянился. Так, все. С этим зданием мы вопрос решили. Отсюда. Ясно. Тут нет прохода. Кирпичей много, прям бутылок много. А, я предлагаю. Где кирпич? Вот так. Ни хрена себе, офигенные штуки. Ну, как вариант. И нравится. Берем кирпич, нам пригодится. Они обе взорвались, конечно же. Логика такова, что... И было бы глупо, если бы она только одна сейчас взорвалась. Я бы офигел. Смотри под ноги. О, потом. Увижу, пристрелю. Назад. Ха. Так, видишь? Назад. Что видишь? Что видишь? А. Ба-бам. И везде кирпичики тебе валяются, пожалуйста. Идем. Тут что-то есть. Держись рядом. Так, патроны для моего пехаля. Пехаль мой. Ну, что, наверняка... Блин, ловушка! Ёкерный театр. Вот это так... Что случилось? Чё, в ловушку попал. Еще одна грёбаная ловушка. Вон холодильник. Это противовес. Сейчас. Ну... Его отрезать получается или отвязать? Мне надо перерезать веревку. Ладно. Я повисю. Сейчас на голову шмякнет. Руки под напрячь чуть-чуть. Блин, не вовремя. Во
Вот и они. Блин, вверх тормашками неудобно. Занимайся веревкой! Элли, ты скоро? Быстрее, не могу! Бля, добрался до меня. Патроны сейчас. Сейчас. Сколько там патронов у меня еще? Вообще не вижу патронов количества. О! Черт. Еще выше. Ты цела? Да. Продолжай. Режь. Зараза. Давай! Не поддается! Быстрее! Да, они бегают за Элли. А я по Элли стреляю! Я. Хедшот! Нет. Патроны Unlimited. Еее, на башке приземлился. О, сейчас я им, походу, раздам. Уже со своими родными патронами. Блин, F. Души, гада, души. Не дай бог нас. Это кто такой? Это еще что за хрен? Куда? Так, мы режем тут! Нам сюда! Быстрее! Пипец! А где этот ключ? Эй, сзади! Ну, давай! Не тормози! Здесь опасно! Они поперли через дверь! Другого пути нет! Или постой! Не лезь! Да блин! Офигеть, ну я уже час играю. Давайте остановимся. Это моментики. Продолжить. Я как-то, наверное, упаду, да? Вот с этого момента. Продолжим следующий раз, потому что, ну, и момент интересный. И будем уже в следующий раз там разбираться. Эпизод у нас там сохранен, все сохранено. Главное меню, можно смело выходить. Все, спасибо всем за просмотр. Если вам было интересно, поддерживайте лайком. И увидимся в следующем эпизоде. С вами был Ниломоб. Все, всем пока-пока.